Доброе утро. Меня зовут Анатолий, я шеф-повар. Это мой помощник Павел. Сегодня мы будем готовить на завтрак кашу. Для того, чтобы начать утро с легкой ноги и продолжать бодрствовать на протяжении всего дня, нужно есть кашу по утрам. Сегодня мы будем готовить умную кашу. В ее состав входит овес, зародыш пшеницы, морковка и очень много всяких разных полезных элементов. Это сухая запариваемая кипятком каша. Мы ее высыпаем, заливаем кипятком. Дальше мы будем добавлять фрукты, орехи. И для того, чтобы у нас с самого утра начал работать мозг, мы будем добавлять мед. Мы добавляем различного рода начинки в кашу для того, чтобы она была вкуснее и еще полезнее. Еще одним полезным ингредиентом нашей каши будет являться масло. Мы сегодня будем добавлять масло подсолнечника с добавлением льна. Мы размешали кашу, теперь нужно нам дать ей немножко постоять. Фрукты можно резать как угодно, соломкой, кубиком, как вам нравится, как вам хочется. Можно добавлять орехи, можно добавлять, в принципе, и овощи. Морковку, она очень сладкая и полезная. Дети будут очень хорошо есть. Самое главное, не стоит использовать сахар, потому что он достаточно вредный, и это тот ингредиент, который не усваивается в организме. Поэтому самое замечательное – это природный мед, для того, чтобы она была у нас сладкая и полезная. Наша каша готова, мы потратили на нее 3 минуты, а пользы принесло это на весь день. Приятного аппетита!